Добрый день, друзья! Вы на канале «Умное здоровье». И сегодня мы поговорим о похудении. В наши дни худеют все, кому не лень. Или даже не так. В категории ярых худельщиков больше тех, кому как раз лень вникнуть в суть проблемы набора лишнего веса. Они просто поддаются влиянию навязанных современным обществом шаблонов и стремятся любой ценой втиснуться в соцстандарты. Многие ринулись в спортзалы и истязают себя силовыми нагрузками. Некоторые пытаются сбросить вес с помощью диет и всевозможных препаратов, которыми пестрят прилавки аптек и магазинов. Специалисты по здоровому образу жизни называют повальное стремление похудеть стихийным бедствием наших дней и призывают людей к пониманию ситуации. А она заключается в следующем. Средства для похудения только на какое-то время устраняют симптомы, а не причины данной ситуации. Чтобы нормализовать вес, важно в первую очередь очистить печень. Самый сложный наш внутренний орган, выполняющий более 500 функций в организме. Когда у печени много работы, она устает и вместо того, чтобы вымывать токсины из организма, удерживает их в жировой ткани длительное время. Вот почему вы не теряете лишний вес, вопреки всем усилиям. Но выход есть. Он невероятно прост и действенен. Начните жить с любовью к себе и близким. Сбалансируйте рацион, введя в него продукты, способствующие детоксикации печени. Это цельнозерновые крупы, яйца домашних кур, зеленый чай и виноград, яблоки, морковь и свекла, листовые зеленые овощи, баклажаны, цикорий, артишок, куркума, расторопша. Будьте гуманны к себе, любите жизнь. Не отказывайтесь от любимой еды, но следите за порциями или балуйте себя ей только по особым случаям. Вдоволь спите и отдыхайте. Живите здесь и сейчас. Вдохновляйтесь красотой окружающего мира и будьте на позитиве. Вспомним мудрейший совет из прекрасного фильма «Ешь, молись, люби». Улыбайся. Я достигла равновесия. Не так скоро, Лис. Улыбайся губами, лицом, улыбайся мыслью. И улыбайся даже печенкой. Помните, друзья, при здоровом духе здоровое тело. Не забывайте о душе. Берегите эту сокровищницу посредством любви и добрых дел. А фильм про душу и ее значение в жизни человека вы можете посмотреть по ссылке в описании. До новых встреч на канале «Умное здоровье». Спасибо, что вы были с нами. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал и будьте здоровы!